От народных промыслов до русского балета. Едва ли не все достояния русского искусства и культуры, которыми по праву можно гордиться, представлены в детском городке «Сказочный». Здесь под бело-сине-красными знаменами государственного триколора объединились артисты парков Красногорска, ремесленники и художники, чтобы поздравить местных жителей с Днем российского флага. Начали мы с детского концерта силами творческих коллективов Дома культуры «Опалиха». Также нашими партнерами сегодня является частная школа «Самолетум», которая предоставит нам мастер-класс по каллиграфии. На нашей площадке представлена ярмарка наших красногорских мастеров, товарищества художников «Лиг». Праздничное настроение поддерживает большая команда волонтеров Подмосковья и вожатых летней площадки лагеря «Сказочный». Молодежь организовала флешмоб, а после, сопровождаемая оживленной ребятней, совершила торжественное шествие с государственными флагами через экопарк «Губайловский». Частичку праздника и главного символа России в виде ленточек и воздушных шаров в цветах триколора участники акции унесли с собой. Мы начали раздавать ленточки еще вчера и провели первую акцию «Ленточка России» у молодежного центра. Сегодня мы провели сначала в городском парке, потом пошли в «Сказочный» и после чего в Губайлово. А сегодня вечером мы проведем еще такую акцию на Ивановских прудах. А здесь гостей встречали не только волонтеры, но и самобытный ансамбль, исполняющий музыку как на привычных народных инструментах, так и уникальных, старинных. Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» прославляет национальное искусство с середины прошлого столетия и покоряет сердца слушателей далеко за пределами Отечества. В день государственного флага артисты порадовали и красногорцев.